Сирийская регулярная армия продолжила наступление на позиции так называемого Исламского государства, террористической организации, запрещенной в России. Правительственные войска вернули контроль над 11 населенными пунктами к югу от Алеппо. Операции проводятся при поддержке российских воздушно-космических сил. Авиация наносит точечные удары по позициям и командным пунктам боевиков, заставляя их отступать. Между тем, экстремисты ИГИЛ вновь устраивают публичные расправы. На этот раз в иракском Мосуле они убили 12 подростков, которые пытались сбежать из лагеря подготовки, куда ранее были доставлены против своей воли. Жертвами террористов стали юноши в возрасте от 12 до 16 лет.